детей, и для взрослых, и для бабушек, и для девушек. Круто ты попал в первый класс, ты учись, не вини, быстрей за делами. Круто ты попал в первый класс, ты учись, не вини, быстрей за делами. Про Россию, про Конституцию, конечно. Вот, и про законы, да, и про права. А это вот как серьезно. Хорошо отдохни, вот, и все у тебя будет в порядке. Читай побольше, ладно, Лето? Договорились? Целый день и целый день бьет по городу, детей несет спиной, за вами не слезает. Россия, цветет весна, отгремела давно война. И сегодня в братских могилах вспомним тех, кто нам жизнь сохранил. Ее отправили в концлагерь Дахау, Германию, в апреле 1945 года. Узников освободили. Когда она вернулась домой, ее даже не узнали родные и сестры. Было дано позже Альбертом Эйнштейном в 1905 году. Сегодня мы с вами понаблюдаем за движением взвешенных частиц. Латунная нет.
Не за морями и лесами живут волшебники сейчас. Они приходят в школу с нами, вернее, чуть пораньше нас. Метет ли снег, шумит ли осень, срывая желтую листву. Они всегда с тобой приносят и щедро дарят нам весну. Мы с ними заново открыли и звездный мир, и край земли. Они мечтой нас закрыли, сердца отважные открыли. Последний прозвенел звонок, затихло все вокруг, и легкий майский ветерок зовет тебя, мой друг. Сегодня буду поздравлять, послушай, придет. Звонок звенит, пора гулять, ведь лето тебя ждет.